Ну да, бро, надо как бы все это расставить по местам. Вот, сейчас встретим твоего. О май гарабо, какие люди. Какие люди. Какие люди с дипломатом. С дипломатами? Хм. Ван Бенни, знаешь? Чё-то он это самое, он нас видеть не рад, я так понимаю. Не, да, видимо ты. Я смотрю, как-то что-то у него там это самое, какие-то затруднения. Добрый день, уважаемые. О, здравствуйте, какие люди, говорю, какие люди. Какие это люди? Кто такой, Миротти? Это кто такой? И что, не узнаешь меня? Не узнает, понял. Нет, тебя-то я узнал. Это кто с тобой? Что это за снежок? Пальма, кто это не такой? Не понял. Это кто такой? Ты кого привел сюда? И что, не узнал, Бро, давай обнимемся. Как я его должен узнать? Давай я серьезные дела приехал делать. Давай серьезные обнимемся. Дела. Погоди, сейчас ты обнимемся. Погоди. Серьезные дела. А? Серьезные дела. Я тебя прижму к своему, так сказать, багровому телу цветному. И ты поймешь, что мы с тобой до сих пор братья. Ну давай. Что ж ты, не стесняйся. Так. Давай, иди сюда. Рад познакомиться. Друг моего друга, мой друг. Да. Бро, ну это так и есть. Я с тобой согласен вообще. Ты прям вот это самое. Прям стихами заговорил. Ну что, я какие сюда планы? Приехал какие... не шутить. Я сюда понял. Приехал по заданию от нашего босса. Значит, слушайте внимательно, не на улице. Давайте сядем в машину. Пойдем в этот желтый драндулет. Давай, говори. Миротти, я уже начинаю твоих людей побаиваться. У них... Моих? Я не знаю, кто это в опадце. Какой-то левый. Ты мне обещал, что у тебя дипломатичная комьюнити, а тут какие-то... Дипломатическая. Дипломатическая. Это какой-то левый. Так, слушайте сюда. Я приехал сюда, потому что я была на воле, что у наших боссов воруют джипы и топят их. Не понял. Но это не мы. Мне нужно разобраться с этим, найти этих негодяев, подонков. А вот один вопрос. А кто твой босс? Да. Я Вучанг. Вучаны? Вучанг я. Вучан. Вучанг. Это мы поняли. А меня в узких кругах называют бойцы. Не узнаешь никого, а? Мастер бойцы, вы что, шутите надо мной? Шутить задумали? Я к вам приехал. Шутить? Не, бро, со всем уважением, ты не понял просто шутки. Это шутка, бро, шутка, не более. Шутка? Дружественная. Нет. Марки, ты не понял. Миротти меня называют в американских кругах, а в японских и в азиатских меня называют бойцы. Великий Миротти, генерал. Миротти, понимаешь, какая ситуация? По-моему, парень вообще не понимает юмора, поэтому тут надо осторожнее. А парень серьезный, с какого-то там, я так понимаю, босс, мафии, там, я не знаю, там надо как-то сначала подразобраться в ситуации, понимаешь? Андрей, давайте в китайский ресторан поедем. Вот видишь, китайский ресторан. Ты немного меня не понимаешь. Я не шучу. Я понял. Два парня, которые не шутят. Он понял, что шучу только я. Я ведь тебе говорил, что у меня японские кухни. Да, было, я слышал это. И меня в Японии называют бойцы. А тут я в Америке взял такое имя. Так. И вот, я глава Якутзы, одного из домов.
Мама дорогая, ну это я теперь я понял. Теперь ведь я видел мой особняк. Да, это да, это шедевр искусства, бро, ты понимаешь? Мы сейчас едем за нашим городком. Будет еще один, что ли, я не понял? Да, будет еще один. А чему мне никто не сообщил об этом? Тебе что, должны фейл сообщать? Мы серьезные дела здесь делаем. Мы серьезные дела здесь делаем. Так нельзя. Раз, два, пошел туда, да, сюда. Нельзя. Так. Я так понимаю, тебе прислали дом и в Японии, да? Абсолютно. Даже вернее сказать, один из самых младших домов в Японии, да? Не говори об этом вслух. Тем более, ладно, мы еще плохо знаем твоего друга. Ты его хорошо знаешь? Да. Хорошо. Бро, ну вообще-то я здесь сижу, тут совсем, конечно, уважением, но вот как бы ты это самое, так сказать, от третьего лица не перестань тут. Вот. Хорошо, а тут, как бро, бы... хорошо. Да, да, хорошо, я тебя, ну, услышал. Блин, да. Я, может, и черный, но все-таки человек, понимаешь? И я к тебе со всем уважением, бро, нам нечего делить. Поднял, обнял, заплакал. Акио! Акио Каюси, отвечай. Акио. Акио. Акио, сходи, мужчина. Пойдем в особняк. Нам нужно срочно, да, переговорить. Иди. Не бегай, Акио. Да отстань ты. Да, да. Да, иди. Давайте, сходите. Секунду, там курица, я хочу кушать. Где она? Погоди. Бро, это нормально, да, вообще? Это нормально? У нас я не знаю. У нас таких... Это ненормально, я считаю. Ко мне прислали их. Ты, ну ты разберись, ты же якутс, я не знаю. Я это просто объясню все потом уже. Объясни ему, что домом у нас собак не едят, я не понимаю этой ситуации. Он птицу съел. Бро, я как бы все понимаю, там у вас кровь горячая, драконы там, змеи там, лягушки там, это все тупо ваши. Я не ем такую. Вот, не, ну я имею в виду, там он говорит, ГБРО залетело, я тут это самое, получается, наблюдаю. У нас просто культурные массовые такие эти самые не совсем поддерживаются. Поэтому, как бы, ну, я не знаю, вы там решите, там, как это все, чтобы ваша культура, ваш монастырь, так сказать, не снес наш монастырь. Не беспокойся. Он сырым голубя съел, сырым, а ты говоришь, не беспокоиться. Еще, конечно, мне не надо беспокоиться. Я думаю, что он способным станет когда-нибудь. Как говорит старая мудрость, если у голубя достойно, по-самурайски можно съесть его сырым, даже нужно. Да. И ты мне говоришь, мир Отти не беспокоится, ну, завтра ему, да, в голову придет, он съест тебя, это тоже, и может быть, и мудрости, мы ж не знаем их, так сказать. Если правила он подумает и... об этом, у него голова с плеч. Ведь видел мой склад катан? А? Не, там все превосходно, ну понимаешь, я тут не понимаю связи твоего склада и, так сказать, нравов нашего нового гостя, так сказать. Я не понял, это что, рамс начинается? Нет, какой? Рамс нет, начинается? Нет, 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 мы тут выясняем просто-напросто наши, так сказать, эти самые, какие рамс? Мистер Миротин, о, ну, как бы. Я, по-моему, лишь... нашел, а нет, нашел. Блин, вообще, ну ладно. По-моему, он где-то тут. Так ты помнишь, где ты его бросил? Где ты его бросил? По-моему, где-то тут. Где-то тут, в этих кругах. Ладно. Потом еще поищу его. Видимо, не тут. А ты пойми одно, Марги. Я не знаю, кто это сначала. Я должен его узнать получше. О, вот она, красавица. Выходим, ребята, приехали.
Эту тачку надо сжечь. Но сначала мы ее трахнем. Куда? А у кого есть канистра, ребят? У кого есть канистра? У меня нет. Да. Ну садись за руль, опускай этот самый. Давай-ка. Садитесь, давайте. Чё сказал? Давай, садись. Зажми H. Мироти, зажми H. Опусти крышу, будь добр. Вот. Да. Так, ладно. Как звать-то тебе? Ну продолжай, Мироти, ну что же. Как звать-то тебе, а? Кого? Тебе. Во Ченг меня звать. Вычин. Во Ченг. Понятно. Мне говорили, что кого-то другого пришлю. Слушай, Ван Бэнни. Все поменялось. А где Ван Бэнни? Какой Ван Бэнни? Он умер? Ты его, наверное, тоже съел. Не, ну это шутка. Я надеюсь, не помолюсь, наверное, хотел. Ван Бэнни. Не, ты бы подзвонился бы, спросил у боссов там. Нормально это? Я не знаю. Может это подлог? У вас есть какой-нибудь? Смотри, как я двигаюсь, какой подлог? Только да я могу двигаться. Я понимаю. Ладно. А то мне много созвонишь. Сами Японии. Но они еще младше. Этот дом не такой великий. Как у меня. У них почти самый младший дом. Фея Якутия. Так ты это нашел план. Свою тачку? Это вот это моя тачка. Ты нашел свою? А, давай. Нашел. А где твоя? Слышь, мне и не будет. А голосовой ты говоришь. Или просто Альт и девками. Чего происходит? Да ничего, не волнуйся. Потом это скажу. Вот, мой автомобиль. А, так вот она. Слушай, да ты бы ее хотя бы подшинковал, чтобы ее было узнать. Она такая дефолтная, можно сказать, по цветам. Ну да. Я бы ее так и не узнал. Так как ты ее вообще нашел? Очень странно, так сказать. Да. То есть, ну давай это сам, на дом ее, да, наверное, пригоним или что? У тебя одна же она, да? Погоди-ка, механика вызову я. И ладно. Давай, едем. Не, ты за руль. А, слушай, бро, давай я, короче, свой аппарат около твоего дома за тобой кину. О, так мне тоже механика. Ё-моё, мы все техника побита, ребят. Ну давай я за тобой. Я за тобой буду, я прям за тобой, прям рядом. Она у меня, по-моему, не заводится, подожди. Да ты чё? Да. А бенза посмотри, на месте? Да, на месте. Чё, красный движок, посмотри. Нет, нормально. Мистер Мироти, вас канаёбит чё-то. Выйдите из-за руля, идите обратно. Давайте кто-то поведёт. Если смог. Давай. Метки. Подожди, бро, меня слышно? Подожди. Подожди. Я за тобой поеду, сейчас я механика вызвал, а то у меня тут прям совсем проблема. У меня тут вообще прям совсем. Сейчас, секундочку. Понятно, ну ладно. Подождите меня буквально секунду, вон, перекурите пока. Перекурите пока. О, вот механик.
Да, да. Акаши, наруши правила дорожного движения, если что. Да. Или давай я поеду. Да. Акаши, дай я лучше поеду. Отойди. Слушай, а ты хороший водитель, а это самое? Ты хороший? А, садись, садись за тачку, давай, поехали, давай. Поехали за ним. А то ты знаешь, рука не особо набита. Так ладно, давайте, вы за нами едете. Да, 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 да. Я его даже не слышу на самом деле, но он далеко отъехал. Так это самое, чё ты с какого города-то к нам заскакиваешь? Что у вас за проблемы? Чё вы за проблемы здесь ищете в этом городе? Я из Токио, потому что у нас здесь проблемы с нашими боссами. Я понял, но я надеюсь, всё по-мирному будет. Вы тут не устроите маленькую Хиросиму. Конечно, конечно. Это больше расследование будет. Ну, я имею в виду, чтобы там по-мирному, да, все у вас тут это самое. Конечно, конечно. Мы против оружия. Только катана и достойный бой настоящего самурая. Понял. То есть вы ищете здесь, так сказать, людей с совестью, чести и достоинства, так сказать. Но не все тут такие, не все. Не все, бо. Некоторые... Ищем враждебную группировку здесь. Вау, вау. С которой вау. Нам надо разобраться. Если можно по-тихому, то будем разбираться с ними по-тихому. Но некоторых вам придется потопить, ребята. Тут только так. Есть у нас ребята шумных, так сказать, темные личности, так сказать. Тусуются на аптеке, говорят, постоянно какие-то ребята. Там надо с ними разобраться. Те вообще, ребята, те вообще тревожные. Те вообще тревожные. Еще и вооружены всегда там. Не все просто. Не все так просто, бро. Не все так просто. Да, да. Мы внедримся в полицию, если надо. Вау, вау. Ну это да, это уже серьезно. Это уже серьезно. Так а откуда ты знаешь, так сказать, главу, так сказать, ну, японского вот этого нашего... Морти. Он мой внебрачный отец, но он об этом не знает пока что. Вот я и хотел в китайском ресторане ему об этом сообщить. Вау, вау. Так у вас тут семейные узы, мама дорогая. Ну ты знаешь, это кровь, это все. Это от нее не уйти, понимаешь, бро? Это серьезно, это серьезное заявление, тебе скажу. Это более чем серьезно. Давай, давай. Слушай, водят у вас здесь, конечно. Да, да, здесь у нас ребята такие невоспитанные, так сказать. Уступать не любят. Куда мы едем? В дом мистера. Мистера Якудзе, так сказать, представителей. В дом мистера. Ой, как красиво. Да, ему сегодня сделали ремонт. Сегодня. И он нас приглашает, так сказать, на событие такое. Так, так, так. Ну что, идемте. Большой золотой дракон, перед тем, как войти в этот дом, я хочу сказать тебе, выражаю полное уважение. Могу я войти в этот выходите. Дом? Выходите. Нас пригласили, конечно. Пригласили. Вот дракон еще. Да, это красота, красота, ребят, красота. Друзья. Там, где сакура шумит над речной волной, говорили мы о любви с тобой.
Красиво, 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 бро, ты просто потрясающе. Это Хоку? Красиво. Интересно. Вообще, там, где звучит Сакура, там все красиво, бро. О, особенно вот это. Итак, мы, скорее всего, будем сидеть в доме. Работники, что не работаете-то, а? Разгребать, когда будете? Что значит сидите? Сдельники. Это ваши братья, ребят. Работники, ребят. Это дорабатывают, дорабатывают. Так, ладно. Чай попью. Или что-то покрепче. Давайте. Заходите. Садитесь. Вот тут. Садитесь. О, какая, какое здесь все-таки. Так, я с той стороны сяду рядом с боссом. Рядом с боссом вот здесь вот сяду, если кто позволит, да. Ой, какая прелестная встреча, друзья. Какая прелестная встреча. Да. Прекрасно, прекрасно. Чаек. Кофеек, так сказать, если можно. Если можно. Ну да. Вот. Сейчас. Я надеюсь, здесь достаточно тихо, чтобы мы могли обсудить, почему я сюда приехал. Мы вас внимательно слушаем. Да, тут очень тихо. Как я уже сообщил, несколько дней подряд у наших хороших друзей из японской организации наблюдались проблемы. У них воровали джипы и сжигали их или топили. Это не мы. Я понимаю, что это не вы. Но у нас есть зацепка. Наши друзья из полиции сообщили, что это люди с очень крохотными пенисами. Поэтому нужно по этой зацепке двигаться. А как ты это будешь проверять-то, а? Это уже важный план, который нам надо продумать. Замерять, что ли? Надеялся, что это шутка? Я со всей ответственностью хочу заявить, что наша доблестная полиция порой ошибается. Поэтому информацию нужно проверять не только, так сказать, но и полицию нужно проверить обязательно. У вас есть полномочия проверить полицию? Потому что они могут быть тройными агентами. То есть натравить благочестивых людей, так сказать, охулить их, так сказать, оговорить. Например, вот нас с мистером Миротти. Вот мы очень, так сказать, ну, граждане порядочного характера. Они могут и на нас что-нибудь, так сказать. Миротти, мы ж никогда не занимались. Как сказать-то? Давайте не вырешить прошлое мое, Япония особенно. Ну вот, как бы вот я беспокоюсь, как бы, за вот этот сюжет, так сказать. Ваши меня боссы... никто не будет трогать. Потому что все знают, если кто-то меня тронет, то пожалеет. Очень. Ну вот. Как бы, то есть, таким самым образом... Вы, мистер Миротти, выводите себя сразу из-под подозрения, я так понимаю. Дело в том, что я в новости. Это новости. Это мой журналист. И скоро я буду выдвигать свою кандидатуру в мэры. Это прекрасная новость. Я уже голосую. Мой голос ваш, мистер Миротти. Благодарю. Тем более ваш прекрасный голос, это практически победа в вашей предвыборной кампании. Это бонус, так сказать. Это турбо, понимаете, предвыборной кампании. Турбо ваш. Это точно. Да, да. Мистер Миротти, вот еще такой дым. Могу предложить вам свою кандидатуру в качестве помощника, потому что я на этом собаку съел. И не одну, причем сегодня с утра. Об этом потом поговорим. Собак больше не есть. Понял? Это да. Кто-то еще? Вы мне хотели сказать? Кэш. Хотя ты не мой. Честно сказать, меня впечатлило сегодняшнее, так сказать, событие. Едиба голубей, это, конечно, немножечко не вписывалось в мои планы сегодняшние, так сказать, моего
представление о вас. Вот. Но я его уже по дороге изменил. Я понял, что человек уважаемый. Уважаемый человек. Вот. И культурные обычаи, в принципе, ну, я просто рекомендую, как бы, ваши культурные обычаи все-таки немножечко попридержаться, хотя бы пообжиться, так сказать, в нашем, так сказать, городке. Вот. Потому что я был шокирован, я признаюсь. Я был шокирован. Моя понимать больше не буду. Со своим этим... Храм не ходит чужой, понимаешь? Да, да, да. Вот спасибо, бро, спасибо. Братское сердце. Сразу все понял. Вот. Жаль, что у нас... я так понимаю, с вами заехал в город одновременно мистер Фан Шинг, да? Его зовут Акаши. Вот. Вы хоть кто-нибудь можете сказать об этом человеке что-то? Он не мой. Он был у одного моего знакомого. Тенью Буфы. Скорее сказать, друга. Случайно, но по вашим этот... порядкам ему не отрезали язык? Что он много ему говорил? Ему отрезали. Или он много знает, поэтому? Он много знал, и он говорил полиции информацию. Понял, понял. То есть у вас такое, да, как бы, ну, практикуется? Да. Но он поклялся... Ага. Он поклялся больше такое не делать. Но... Но тот босс его не простил. Не, ну это серьезно. Я отрезал язык катаной. Да. Он слишком много знал, он слишком много знал. Я понял. Это пугает, ребята, это пугает. Я сегодня, для меня это большая нагрузка сегодняшняя. Ну, в принципе, да, я вас понимаю, у вас свои традиции. Но все-таки надо быть потише с вами, конечно, я уже понял. Ребята серьезные, заехали. Ладно, давайте-ка я вам дом покажу. Давайте. Это только одно помещение. Идемте. Хороший чай. Я хочу вас поблагодарить, так сказать. Сказать спасибо этому дому, выразить свое, так сказать, гостеприимство это ваше. Мистер Мироти. Вот, вашему дому большой респект и моя, так сказать, благодарность. Чай ваш прекрасен. Вот. Ну, вот гном у меня один. Плохой. Что за собачья еда здесь, а? Вот, у работников спроси, которые тут. Принесли какую-то гадость. Ладно, идемте. Вот о чем я и говорил. Так. Это бассейн? Нет, это не бассейн. Бассейн? Нет. Бассейн купаться? Это не бассейн. Ладно, вылезай. Так. Вот это, так сказать, помещение. Для моей личной охраны. Потому что тут мой кабинет. Ну вот, смотри, смотри сразу, если если ты будешь замом, то твое место будет вот в том кабинете, пока босс, так сказать, принимает решение. Ты готов? У меня нет выбора, это традиция. Да, так, идемте. Да. Я буду назначать уже потом. Уже когда светло станет. Солнце взойдет скоро. Чуть быстрее, чем мы можем его увидеть. Как только коснется края горизонта и наших глаз. Красиво, красиво говорите. По-восточному говорите красиво. Мистер Мироти, но я вот про себя скажу. Я предпочту все-таки остаться вашим другом. Ну просто другом остаться. Я так понимаю. Да, не беспокоиться. Вы... Да, да. Разумею, встань. Да. Это моя спальня. Буду никому нельзя входить, кроме меня. Понял, понял, вышел. Понял, вышел. Все. Желтые, самая комната с желтыми стульями, все, запрет. Угу. А тут могут сидеть и охрана также, и отдыхать. Понятно, понятно. Пока еще не сделано, отдельно... Для
Нехрен. Но там еще и зеленые там. Да не, зеленые ограды. Понятно. Непонятно. Надо туда выйти. Так зачем ты приехал сюда? Я же тебе сказал, зачем я приехал, уважаемый. Нам нужно расследовать очень важные дела здесь. Очень плохая ситуация получается. Понятно. Зачем ты еще? Ты приехал или нет? Я должен найти мастера, генерала. Мастера? Да. Какого именно? Мне сказали, вы знаете, где он? Какого именно генерала? Я могу это произносить вслух? Да. Бойцы, я думаю, вы понимаете. О, бассейн! Куда ты поплыл, блин? Прошу прощения. Не знаю никаких бойцы, а только генерала бойцы. Бойцы, это мое произношение мое. Я диалектом ничего говорю. Ну, я так тебе скажу. Бойцы это я. И сделали операцию? Есть немного. Но мой старый ничего не говорит. И чем? Простите, мастер, не признал. Я это говорил еще в машине, когда мы ехали. Простите, мастер, забыл. Ничего. Так что тебе надо было от бойцы? Нам нужно делать большие дела. Какие? Большие дела. Поговариваю, сейчас Америка наводняется новой болезнью, которая пришла от нас. Нам надо это предотвратить. Называется игра в кальмара. Интересно, ага. Интересно. Людей интересно. Просто убивают. Людьми играются хуже, чем в 15 веке. Нам надо это остановить. Интересно, очень интересно. И какие у вас предложения? Я что-то об этом слышал, люди читал в газете, уже не вспомнил. Людей убивают. Да, нам нужно что? Обращать внимание на большие скопления людей, смотреть, чем они занимаются. Угу. На всякие нет. Странности. Так, так. Ну. Может, даже придется внедриться в полицию, если понадобится. Не, да, я это, собираюсь это вы мне говорили наедине. Я понял, но идея хорошая. Идея хорошая по поводу внедрения. Вот. По поводу внедрения идея прекрасная. Но, мастер, помните, я всегда буду вашим верным подчиненным, поэтому где бы я ни оказался, я всегда понимаю. Можете рассчитывать на меня. Мы не как обычная мафия. Мы делаем все деликатно. Да. О, бассейн. Опять. Тебя ничему не учат. Мистер Мироти, а скажите такой момент, а ваши планы вообще входят занятия, там сказать, ну, классических вариантов там бизнеса, ведения там японских там вот этих всех представителей, ну там девочки там, наркотики там, ну, скажем. Ну это уже потом немного. Сначала мне надо занять власть в этом городе. То есть, ну, смотрите, зама вы уже своего практически нашли. Вот. Туда-сюда. Не совсем. Нет, еще нет. Вы еще не уверились, да, так сказать, в своем? Я пока ни в ком не уверен. Мне надо еще посмотреть тех людей, которые приедут в город. Я на понял, других я понял. Но вы человек осторожный, это и понятно. Да. Потому что, как бы, тут все понятно. Может быть, и посягнуть захотят. Вот. Темные личности, но пока что вот все вот так. Прекрасно, прекрасно. Да. Но смотрите, желающие уже есть, как бы. Вы человек, так сказать, добропорядочный, поэтому. Вот. Я, конечно, предпочту остаться всего лишь другом, если вы сочтете за любезность, так сказать. А вот, так сказать, есть у нас, я так понимаю, люди, желающие быть вам опорой. Не беспокойся. Мне еще надо широких союзников себе. Что а ты отлично вас, подходишь. Ага. А планы у вас, я так понимаю, достаточно великие.
Так понимаю, да. Вы хотите на выборах заявить о своей кандидатуре в мэры? Да, именно так. Ну, в мэры. Я понял. Не, ну это, конечно, серьезное заявление. Однозначно. Вот, очень серьезное заявление. Но это реально, конечно. Я думаю, что с вашими данными это более чем. Я сразу представлю вам один из моментов, чтобы привыкали, так сказать, ваши подчиненные. Вот, потому что у нас самых уважаемых людей города. Вот, но это как бы когда заявляется какое-то это самое. Вообще, вот такое дело у нас имеется, ребят. Вот такое. Я просто покажу, так сказать, пример. Вот, что это есть. Садитесь, мистер Мироти. Минутку. Мистер Мироти. Ем я немного. Да. Вот. На это? Да. Присаживайтесь. Сейчас вы шутите? Да, будьте любезны. У нас на этом... Это целое искусство следить за вашим драгоценным телом. Вы можете присесть? Да, минутку. Давайте. Все. И, в общем, ну, как бы, сами понимаете, что люди, которые, так сказать, за вами будут, ну, ваши, так сказать, тело хранители и следящие, ну, вот в таком виде вас доставляют к транспортному средству, от транспортного средства по дому, всему остальному. Но я не такой старый. Я и еще могу ходить самому. Это не старость, это статус. Но все на вашу колески. Это статус. Лучше это статус. Я буду водить автомобиль. То есть старый, да? Ну, да. Это самое. Не, ну это на любителя. Всего лишь я не буду было колески. Предложено, так сказать. Предложено. Я не позволю себе колески кататься. Это всего лишь призвание. У меня проблемка небольшая. А что там вообще? Немного руки отключились. На X. На X. Нет, именно не это. Не, это самое. Да, это самое. Что, вообще опять не... Опять отключился. Минутку. Клавиатуру. Мистер Мироти, вы у вас самопроизвольная ходьба. Да. Все. На X, бро, на X. На X. На X. Все. Теперь со мной все нормально. Фанчинг, нажмите на X, чтобы освободиться от уз кресла. Узы кресла, да. Мне надо залечиться. Я получил несерьезное, так сказать. Понятно. Да. Сейчас я расскажу, что сделать. Фанчанг, нажмите на что-нибудь, на Alt и что-нибудь там возьмите, мир, допустим, там. Да, у вас пенится это все дело. Все? Ну что, куда мы поедем? Смотрите, я предлагаю посмотреть на самом деле на ваше новое, так сказать, хозяйство. Вот. Но я так понимаю, раз у вас претензия управлять городом, вот, ваша претензия, то вам следует, конечно, посмотреть наши достопримечательности, к которым относится это, в принципе, да, вот, если разбираться. Отдых, это у нас уникальное место, это пляж, гостиница Оранжина у нас, вот, это вот, и дома конкурентов, вы можете заехать посмотреть, естественно, а кто является у вас, так сказать, прямым конкурентом, вот, она там охраняемая территория, но это уже, ребята, серьезные,
со стволами там. Да. Если вы с ними будете договариваться, потому что ну любая власть претендует на свою территорию. Ну это понятно, как бы там. Тут ничего, ничего нет такого там. Я не говорю там, что у вас будет конфликт интересов. Вот. Но вам бы лучше, так сказать, с ними все-таки заявить о своих правах. Но с ними я договорюсь, это точно. Я уверен в этом, потому что серьезные люди порядочно находят дипломатические, так ладно, сказать. Окей. Да, да. Вот. И как раз таки нашему гостю можете показать, новому, который не видели, можете показать новые дома. Он же у нас пока что проживает, я так понимаю, на гостинице Оранжина. Ну, да. Заехать туда, показать его место обитания. Если, конечно, он не вступит в ваши ряды. Он уже там. А, так тогда ему и не нужно. Тогда ему и не нужно. Ну да. Вот. Так, за мной пришу. Так, идемте. Вот это парковка. Только наши автомобили стоят. Включительно. Вот это место и вот это. Это мои личные места. Вы выбирайте себе сами. Там еще можно выбрать места. На той стороне. И тут, кстати, бассейн. Это, как я понимаю, тоже наша территория. Да, а? Это ваша территория. Ага, понятно. Значит, тут вы можете жить и хоть что делать. Хорошее место у вас, еще. Я вам скажу. Ну, да. Хорошее место. Хорошее, прекрасное место, мне нравится. Великолепно. Сейчас девчонки набегут. Это да. Сейчас девчонки набегут. Увидев меня. Да. Ладно. Куда он убежал-то? Я слышал какой-то крик. Стоп. Я вижу, где он. А чё, куда он делся? У него вот одна звезда. Он уже проблемы создает вам, мистер Мироди. Он осматривал ваш дом, он хотел, заглядывал в окна. Можно рассматривать. Он интересовался, кто здесь, что здесь. Говорил, что что-то расследует. Сконсерфуется, не надо трогать гражданский. Это был не гражданский, я нашел у него в кармане документы в ФБР. Ох, не надо их трогать. Не надо. ФБР, проблемы с, да. возникают за каждым, так сказать, в этом городе, так сказать, представителем какой-нибудь из структур, там, силовой, будто она там, типа, это самое, нас следят агенты. Я у него нашел смс-ку, что он хочет организовать покушение на мистера Миротти. А, это серьезное заявление. Покушение? Это серьезное заявление. Однако кандидата мэра... Это поднимет ваш шум такой огромный. А я даже не знаю. Кобежка тут. Ха. Интересный. Ладно, поехали. Друзья, я хотел спросить. Мистер Фанг Чак. Или Ченг. Один у меня одного дергается. А нет. У него с давлением проблемы. Проблемы с давлением, я так и понял. Да, именно так. Ладно, я свой автомобиль оставлю тут. Куплю себе. Или мой ВКФ тут. Или нет. Мой ВКФ когда будет готов, кстати? Мистер... Значит, мистер Миротти, со всем уважением, ваш заказ будет готов ровно в тот момент, когда месье, так сказать,
который у нас автодилер, занимающийся своей должностью. Вот он как только появится, я думаю, что в этот же час вы получите свой автомобиль. Понятно. У нас автодилер, да, что-то как-то отъехал, и мы его... Он, кстати, вот хотел залететь в город, позвонил, но что-то сорвалось. По здоровью остался, так сказать. Запор, наверное, парень. Ладно, может, поехали вот в то кафе. Как скажете, сейчас едем. Отсоедим ты. Это, кстати, территория наша. Мы моды. Ну садитесь, господа, садитесь. Кто за руль? Нет. Скоро будет. Мне мысли говорят, кто я в город нашей территории. Интересные мысли. О, прекрасно. Надо поесть чего-нибудь. И мысли говорят. Чего-нибудь взять хорошее. Да. Сы надо взять. Идемте. Надо обязательно в фабе. Имби. Куда? Это и собака? Насчет этого подумай. Чем такое говорить? Мистер Мироти, Бен. Я вам предложу одну из, так сказать, из походок наш написал босс. Какой? На Касуал 4 перейдите. Касуал 4. Для важности, да, для важности. Вы у нас человек занятой. Допустим. Могу подсказать, как это сделать, чтобы вот такое было. Минутку. Да. Бассейн? Вам это придаст важность. По-моему, ваша правая или левая рука немножечко, так сказать, привыкла к самоубийствам. Или, там, вот так. Но, видимо, все-таки меч Сакура и меч самурая все-таки повлиял. Ах, ё-моё. Смотрите, он поплыл. Куда он поплыл? Не утонет ли он ночью? А вот и агенты. Ну, нельзя. Люди подвигают. Не надо плавать, мысли. Не надо. Корена. У вас получилось, да, переключиться? Да. Дает важность. Никуда не спеши. Это точно. Добрый день. Еврибали, да. Кстати, мистер Мироти, там есть, на самом деле, к вашему, так сказать, сведению, есть клуб, яхт-клуб. Как вы считаете, номера, которые в этот входит в яхт-клуб, нужны вам, так сказать, по вашему статусу? Да. Пойдемте, я вас ознакомлю, мы их еще не прописали. Только поставки, новая поставка. Вот хотелось бы знать ваше мнение. Вообще вам вид, ну там для проведения, так сказать, своих собственных там нужд, мероприятий, вашего статуса, может быть. Все время как-то все не доходят руки. Возможно, ваши люди там будут размещаться. Тем более эти номера имеют вид на ваш дом. Ну да. Это верно подметен. Понятно, да, там можно посадить снайпера даже, так сказать. Ну, если нужда такая. Это да, обязательно. Яхты малинового цвета есть? Там что? Там что-то там есть, да, там есть. Яхту нам еще надо купить. А, яхта, да, яхта есть. Ну, смотрите, мы там сейчас разбираемся. У нас реально на ремонт немножечко стоит. Разбираем, мы ее заправить не можем. Она плыла и наплыла. Наплыла на несколько тысяч километров. Понятно. Как будет заправлено, будет поставлено. Испаковано по цвету вашего, так сказать, пиджака и рубашки.
по цвету ваших штанов будет спаковано и поставлено. Это хорошо. Да. Мы над этим работаем. А где вход-то тут? Вот, этот момент меня беспокоит. Он вон там. Вон там. Мы сейчас дойдем. Идемте, я вам продемонстрирую. Ну, идемте. Так. А у вас, кстати, есть автомобили или нет? У вас двое. Новички. У кого? Есть или нет? Торможьте. Задайте им вопрос, что-то они. И что? У кого есть автомобиль? У вас. У нас нет автомобиля. А, нет. Тогда надо будет купить вам автомобили какие-то. Надо будет купить автомобили. Да. Для организации требуется автомобиль. Да. Вы уже видите эти номера? Ну да. Ну, мы немножечко ну, по мальчишке вот за это. Там есть обход на самом деле, но... По-мальчишечки, так сказать, залезем. Стряхните, стряхните стариной, друзья, стряхните стариной. Да. Курю. Первый номер был на первом этаже, но мы подвинемся на самое... ну, в общем, первые номера вы можете раздать своим... Вот они по правой, с левой стороны, своим подчиненным. Мы подвинемся сразу в номер люкс. Люкс. И я надеюсь, вам это понравится. Люксовый апартамент, так сказать. Ну, в люксе временно кто-то может жить. В моих... А это на ваше усмотрение. Это на ваше усмотрение. Если вы примете, то... Добрый день, мэм. Такой подарок. Я не против, что вы здесь курите, но я бы хотел пригласить вас в кино. И до второго. Это предпоследний, это уже последний. Это последний. Нам сюда, ребят. Нам сюда. Там на крыше тоже, кстати, вид. Вот, сейчас посмотрим, насколько ваша сакура цветет из окна. Мы это посмотрим. Так, так. Проходим, господа. Идемте. Ну, здесь, конечно, скромнее. Как-то, но... Угу. Видите, да? Ваш дом. Да. Ваш дом. Ваш дом. Ну, вот прослеживается, так сказать. Вот. Ух ты. Видите, да, то, что... Почему может, так сказать, очень легко вписываться в ваш... А законные. То есть ваш дом это да. Прослеживается из этих окон. Ну я бы с удовольствием это купил. Ну, это мы вопрос решили. Главное, чтобы вам понравилось. Но мне это понравилось. Все. Это неплохо. Да, это яхт-клуб. Здесь может стоять ваша яхта прям рядом с вашим домом. Угу. Вот, да. Вот яхта должна тут быть обязательно. Да, и она будет наблюдаться из вот этих апартаментов. То есть не обязательно быть на территории вашего дома. Великолепно. Да, вот такие вот. Ну и охрана может быть здесь. То есть яхте нужны команды. Мистер, допустим, вот. Как вас еще раз? Как мистера еще раз, гостя нашего из Южной. Там он еще, по-моему, один номер из той стороны. В общем, номеров здесь достаточно для размещения ваших, так сказать, предпочтений. Но я займу многие номера. Да, вон вот он, идемте вот сюда, там тоже он еще один номер. Чуть дальше, на последнем этаже, естественно, он самый такой. Эй. Ты Фил Бенни. Он Бенни. Как тебе зовут? Еще раз повторим. Лучанг. Лучанг. Лучанг? Лучанг, точно. Вот я надо забыть. Лучанг. Слушайте, мистер Лучанг, вам нужно переименоваться правильно. Я Лучанг. Мистер Лучанг, вам нужно переименоваться правильно и зайти под правильным именем. И тогда мы не будем париться. И всегда будем знать, что вы мистер Лучанг. О, ну здесь, смотрите, плазмочка там и так далее. Такое. Mm-hmm. Вот. Ну тоже вот.
с видом, так сказать, на ваше добро. Вот. Ну и на крыше, естественно, вообще можно разместиться там. Ну, если нужен там вам контроль. Идемте сюда. Контроль, да, на крыше можно выйти, если нужен будет контроль. Ну, вы, естественно, дадите приказ контроль снайперам, то, в принципе, крыша в вашем распоряжении. Вот. Удачно, да, так бы тебе сказать? Ну да. Вот. Ну, в общем, вот эта местность, потому что за территорией, как бы говорится, закреплены города. Я так понимаю, местность, так сказать, яхт-клуба и приближенная территория будет закреплена за мистером Миротти. Если вы не против. Да, именно ты. Да, все, так и решим. Давайте на крышу подвинемся, посмотрим, что там. Угу. Сейчас как раз таки это все у нас попадается. Ух ты. Да, 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 очень весело. Красиво тут. Очень весело, господа. Наверх мы вам можем поставить офис. Я вам скажу больше. Вот сюда наверх мы можем установить офис. И даже смотрите, вот сюда на свой балкон вы можете спрыгнуть. А, спрыгнуть. Да. Ну. Понятно. А вот. Вот такие вот виды. Такие вот виды. Ну я беру это. Все, все. Мы это уже все считайте, что сделка. Какая еще морская болезнь. Считайте, что сделка состоялась. Я тоже думаю, что. Морской воздух очень свеж. Да. Я думаю так. Да. Так что можете обживаться своими людьми. Вот. Прям вот, не стесняясь. Но это обязательно. Да, да. Обживаться людьми. Надо предложить посетить океан. Да. Рыбу половить. И та. Кит. А надо кита, да? Будет попробовать. Вы любите, да, рыбу? Рыболовство. Да. Обязательно. Но в следующей серии мы это обязательно устроим. Заметано, заметано. Еще будут дебаты. Дебаты, да, да, готовьтесь. Ну, в принципе, вас с вашими талантами, я так думаю, это вообще никакие проблемы, на изичах все зайдет. Ну, это ты. Вот. С такими талантами-то. Вот. Все, в общем, у вас в одном месте. Локация понятная. Вот. Сейчас мы можем взять здесь какая-нибудь яхта, может, стоит. Арендовать. Вот. Выйти к океану. Алло. Кто ты? А, яхт-клуб? Что вы хотите? Да. А, по поводу членства? Угу, хорошо. Прекрасное место, прекрасное место. Могу в них... Прекрасное место, посмотрите. Прекрасное место. Мне требуется VIP-членство. Это самое. Но что я хочу сказать? Могу заплатить 2 миллиона. И причем еще пожертвования на яхт-клуб. Без проблем. Это будет идеально для города. Да, я уверен в этом. Да, да, да. Мистер Миротти, но если момент, вам, конечно, нужно расширять свой автопарк. Транспорта. Смотрите. Арки, погоди, я говорю с яхт-клубом. Угу. Хорошо. До свидания. О, лодку угнали. Лодку это самое в аренду забрали. Прям при нас. Смотрите, что делать. Это Ланчань. А, это Ланчань? Да. А я еще и думаю, что это за управление такое.
по-моему, Ланчан не в том, не то, не хватает у него, как сказать, квалификации, так сказать, понимаете? Это точно. По-моему, школа не совсем восточная, так сказать. В Японии, по-моему, есть вождение яхт. Но это ладно. Я боюсь за вас, за вашу жизнь, за свою, за вашу. Мистер. Ох, ё-моё. Потому что, ну, вождение желает лучшего. Вождение, так сказать. Погоди, Лучай. Майк. Садись. Садись. Так, я сел. По-моему, это двухместная, ну ладно. Присядь, подойди. Аккуратнее. Фанчека забыли, фанчек сейчас утонет. Фанчек, брат. И чего? Фанчек. И вот они там, Фанчане. Он не утонул. Ака. Кажется, он пошел ко дну. Шифт и наверх. Наверх. Ё-моё. Да, все, он в больничке. В больничке. Поганим, Фанчане. Едем в больницу, понимаю я. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что ж ты делал? Неплохое. Мистер Мироти, вы бы предупреждали, когда хотите поплавать? Я не хотел плавать. Тогда не предупреждайте. Пойди аккуратнее. Так точно? Да. Надо что-то помедленнее, надо пусто. Да, Люк. Вот, на три человека. Давайте их притормозим, скинем. Пусть плавают. Повторите, говорите погромче. Вот этих давайте притормозим, пусть они поплавают на три места, тачка. А я вам заплатил деньги в эту яхту. В эту яхту. Так, о май гарабл. Примите меры, ребята, примите. Все, они ушли, да? О, смотрите, смотрите, как расправляется. Мистер Мироти. Ой, сейчас, секундочку. Я приходил курсы в Японии. Все, поехали, поехали, давите, давите, мистер Мироти, они меня повредили ноги. А, вот он, все. Видите, вот японская этот самый закал не проходит мимо. Японец все-таки знает толк. Все-таки он их выдавил. Хорошо. Говорите, Сань. Так, ну что, встречаем мы... Я на фатрят уже вам воплотил. Встречаем мы мистера... Хорошо. Мистер Мироти. Встречаем мы... Это самое... Да. Ушедшего, так сказать. Нам надо встретить его. Только как? Но мы, по-моему, не туда просто едем, я хотел бы вам сказать. Нам надо на основной пляж выйти. Припарковать эту самую... Эту яхту. Да. Конечно же, вы где? Он сядет. Прямает. В общем, на самом деле, я так понимаю, в следующей серии мы, значит, я так понимаю, организовываем рыбалочку. Да. Вот. Нам нужен какой-нибудь дом за кордоном.
ну, на дальнем кордоне домик такой, да, как бы. Где мы, ну, там, шашлычок, там, все дела. Ну, да. Вот. Вот. Сегодня мы всех встретили, все наши, так сказать, друзья в сборе. Вот. Что у нас тут? А, понял. 23. Мы посмотрели на мой дом. У вас прекрасные виды. Мне понравилось вид из окна яхт-клуба. Я потрясен, честно сказать, картиной. Вот, и я увидел и почувствовал действительно вашу, так сказать, он уже пишет, видите? Вашу энергетику безумнейшую, как вас, как вам потянулись люди. Вот, это потрясающе. У вас уже сразу же появилось желающие, так сказать, занять позиции зама без претензий на лидирующие посты. Это удивительно. Это точно. Вот, это редкость в нашем мире. Редкость. У нас обычно все сами. Пока объяснишь им, что они номер два. Заканчиваются нервы. Опять ноги отключились. Опять. Вот, все. А как это происходит? Прикольно. Да так. Ладно, предлагаю на сегодня закрыть. Да. Серия выдалась потрясающая. Да. Бро, хочу тебя обнять, так сказать, в честь нашего так, сегодняшнего. Да. Вот, все. В общем, завтра, в новом, так сказать, это сам, ребята, все, кто смотрели, всем peace. Вот мы с братом, так сказать, с белым братом, шоколадный и белый брат, вам отдают респекты. Вот, да, вам отдают респекты. Вот, на вот фоне вот этого замечательного экрана. Мысли передают привет. Или всем передают привет. Да, он мыслями был моими, и он ко мне звонил. Все это все. Поблагодари его отдельно. Завтра будет присутствовать на серии. Мы очень рады, что вам все это понравилось. Да. Ну все, ребят.